Я видел много богатых людей, которые они умерли, и их деньги с ними пошло в могилу. Когда они умерли, их дети все разорились. Они вообще без ничего остались. Я видел очень много таких людей. А почему? Потому что они оставили кирпич своим детям, они оставили машину, мозги не оставили. Они не оставили чего-то ценное, то, что мог бы он дальше с ним что делать. Оставить деньги мало ребенку, если он не знает, что с ними делать. Я видел много успешных людей, которые, когда они умерли, их богатство с ними ушло в могилу. Поверьте, их дети ничем не дети. Они ничего не добились. Они абсолютно ничего не добились. А почему? Потому что они не оставили им идеологию. Они не оставили им стратегию. Они, возможно, им давали машину. Они, возможно, им оставили, можно сказать, земли. Возможно, оставили им там дома. Но они не давали им никакую стратегию. Не давали им никакое будущее. Да, они были образованы. Знаете, какие образованы? 3-5 диплома имеют. Но они ничего не видят, что делать с этим.